надійний партнер прогнозу погоди – магазин сантехніки «Сантан». «Сантан» – сантехніка, якій довіряють. Ремарк писал: «Я, например, очень люблю, когда в воскресенье идет дождь. Как-то больше чувствуешь уют». Соглашаться с ним или нет – дело каждого, но вот узнать, что принесет нам воскресный день 19 ноября, полезно будет всем. В эфире «Прогноз погоды», я его ведущий Николай Диденко. Здравствуйте. Ноябрь продолжает капризничать. В ближайшие сутки в Украине будет наблюдаться и густая облачность, что, соответственно, повлечет за собой осадки и кратковременные прояснения. При этом средняя дневная температура воздуха по стране – плюс 8 градусов. Более детально о погодной ситуации в регионах в следующие несколько минут. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 1 до 6 градусов тепла. Небольшие прояснения будут заметны над утренней Полтавой. На остальное время небо над регионом будет затянуто облаками. Также здесь прогнозируются осадки в виде дождя и ночного тумана. На юге страны термометры в течение суток покажут от 5 до 14 градусов со знаком «плюс». В Херсоне и Одессе ожидается густая облачность и дожди. А вот в Симферополе, несмотря на туман, в первой половине дня предвещаются частые прояснения. Партнер прогноза погоды – магазин «Сантан». Широкий ассортимент сантехники из 10 тысяч наименований. «Сантан» – все, что твоей душе угодно. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 1 и 5 градусов выше 0. Густые облака займут регион еще ночью и не покинут его до завершения дня. После полуночи повсеместно начнется дождь, а утром его сменит мокрый снег. К вечеру осадки стихнут, местами осядет туман. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха опустится до отметки плюс 1, а максимальная дневная достигнет 5 градусов тепла. С ночи до позднего вечера небосвод будет плотно покрыт облаками, что приведет к выпадению осадка в виде дождя и мокрого снега. На востоке день выдастся достаточно пасмурным и дождливым. Тучи заглянут лишь в Днепропетровскую область. Термометры по региону в течение суток покажут от 0 до плюс 9 градусов. 19 ноября свой профессиональный праздник отмечают работники гидрометеорологической службы. Пусть небо над вами, уважаемые метеорологи, всегда остается ясным, а жизнь будет полна тепла и солнца. С праздником! Далее подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут от 0 до плюс 1 градуса. На днем прогнозируется максимум 8 градусов тепла. В основном в области будет наблюдаться густая облачность, и только в ночном Северодонецке возможно кратковременные прояснения на небе. Луганский и Алчевский в первой половине дня предвещается туман. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 0 до плюс 3 градусов, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 7 и 8 градусов. Славянску и Мариуполю синоптики пророчат переменную облачность. Над Донецком небо прояснится только к вечеру. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 0 до 2 градусов тепла, а в дневное время от 7 до 9 со знаком «плюс». В Павлограде и ночью, и днем предвещаются частые прояснения. В Днепре и Кривом Роге в воскресенье обещают быть пасмурным и дождливым. Не забудьте взять зонт. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 3-6 градусов тепла, густая облачность в Киеве с ночи до наступления вечера будет сопровождаться дождем. После заката его сменит мокрый снег. Вот такая погода ждет нас в воскресенье 19 ноября. Нам остается лишь запастись хорошим настроением и душевным теплом. До встречи в нашей студии. Затіяли ремонт? Постало питання у виборі сантехніки? Тоді вам у «Сантан». Запорізьке шосе 53Б. Тут є все для втілення ванної кімнати вашої мрії. Змішувачі ППР, труби, фітинги, радіатори опалення, омивальники та компакти. Аксесуари, меблі для ванної кімнати. Понад 10 тисяч найменувань товарів на будь-який смак. Висока якість, найкращий сервіс, доступна ціна та бездоганна репутація. «Сантан» – це сантехніка, якій довіряють.